Возможность подключиться к газу есть у 14 тысяч хабаровчан, проживающих в частных домах. Однако на дегазификацию подали заявки лишь около 1000. Проблемы две – цена и неосведомленность. Первую сейчас прорабатывают в краевом правительстве для решения. Второй сегодня мэрия встретилась с жителями частных домов в районе переулка Нагорного. Тему продолжат мои коллеги. Кази Ахмедханов купил участок на переулке Нагорном 3 года назад. Во время покупки знал, что газа нет, но можно его подключить. Прошлый владелец называл сумму в районе 60 тысяч рублей. Но когда дело дошло до постройки котельной и подключения газа, оказалось, что сумма совсем другая. Вот труба стоит, газ. Тут буквально 3 метра. Чтобы провести, больше 200 тысяч просит. Просто провести газ. Так хотя бы сделать бы там 1100 вот. Все бы провели здесь. За 200 тысяч нереально людям просто газ провести. Это 200 тысяч, это так, еще оборудование, еще 50 тысяч. За сезон отопления на дрова и уголь Кази тратит более 40 тысяч рублей. А с газом месяц отопления будет стоить в районе 2. Всего около 35% жителей индустриального поселка не подключены к газу, хотя возможность такая есть. Магистральные линии прокладывает «Газпром». Врезаться в них абоненты могут за свой счет. Для многих это дорого, особенно для пенсионеров. Не было возможности, не было денег, поэтому не подключала газ. Когда была стоимость газа 30 тысяч, нам не провели. Провели только, по-моему, 4 улицы первые. Потом начали писать губернаторам всем, провели дальше нам половину улицы. А потом только вот уже где-то, наверное, 2 года доделали. Но уже стоимость другая. Однако решение этой проблемы уже в процессе. В правительстве края разрабатывают программу по поддержке догазификации. Будем надеяться, что тот механизм компенсации, ну, который разрабатывается в правительстве края, будет, так сказать, разработан, утвержден. Люди получат возможность, ну, те льготные категории граждан получат такую возможность получить компенсацию за данное подключение. Ну, мы надеемся, что движение в этом ускорится. Марианна Гейт, Максим Ванаков, Василий Ермаков. Смотри, Хабаровск. Если вы хотите узнать больше о газификации, подать заявку или понять, есть ли у вас такая возможность, звоните по телефону 42 49 34. Специалисты ответят на все ваши вопросы, связанные с газификацией.